Так, а теперь вот решили приготовить немножко плова. Сначала обжариваем лук. Я его слегка, чуть-чуть присыпаю сахаром, чтобы он карамелизировался. Вот, сейчас лук еще чуть-чуть золотиночку такой примет, и мы его вынем. Теперь выложили морковку. И морковка не такая, как нужна для плова. Для плова идет самая сладкая, или белая морковь, или такая яркая, ярко-оранжевая. Иногда фиолетовую морковь кладут. Ну и такая пойдет тоже чуть-чуть сахарку. Немножко сахарку. И ждем, когда морковь тоже карамелизируется, тогда уже можно будет закладывать мясо. Вот, морковка уже карамелизовалась. Сейчас выложим мясо. Мне очень нравится легкая кислинка. Я добавляю сюда барбарис. Достаточно. Перчу. Еще несколько перчинок добавить. Вот, несколько перчинок. Этот перец остроту не дает. После тепловой обработки остроты практически нет. Так, и теперь шафран. А-ля шафран, наверное. Покупали в Египте еще. Так, все, это индейка, все, она уже довольно неплохо обжарилась. Теперь засыпаем предварительно промытый и замоченный рис. Рисы ровно половина вот этой, этого ковшика. Значит, мы нальем ковшик воды. Посолим или посолим. Заливаем горячую воду. Я заливаю горячую кипяченую воду. В принципе, также можно и паэлью делать. Ах, только вина надо много. И выпаривать, выпаривать, выпаривать. И морепродукты нужны. У нас, кроме креветок, ничего нет. Или есть еще эти кальмары? Так. Потом. Все, и убираем. Ставим на 400 ватт. Ждем. Вот, чтобы не обжигать руки, вот эти вот силиконовые крышечки я использую. Вот для этого. Сейчас еще сверху смесью перца. Вообще любим остренько, но не очень. Ставим чесночок. Можно, конечно, головку было бы, когда большой казан,
головку вставляем, и не одну. А когда маленький, то и вот так вот. Достаточно. Накрываем. То есть это уже было где-то минут 15. Вот, плов уже готов. Плов готов, рис рассыпчатый. В общей сложности получилось 20 минут. Плову, то есть рис варился 20 минут. Все, он рассыпчатый. Теперь выключаем. Накрываем холодильчиком. Опа. Выключаем вытяжку, а выключаем свет. Все, на столе уже при подаче будем перемешивать низ, вверх, вверх, вниз. Быстрый и легкий плов. Ну, надо лечиться. Профилактику от коронавируса. Здесь вот настоечка на сосновых зелененьких шишечках и молодых побегах сосны. Она стояла с прошлого лета. Хорошая настоечка. Вот мы ее пипим. Сейчас посмотрим. Но я не думаю, что у нас что-то плохо получилось. У нас плохо не бывает. Вот рассыпчатый, видите, рассыпчатый. Вот такой вот и должен быть. Это моя тарелочка. Вот он. И он жирненький. И рис мягкий, приятный и пропитанный. Ой, я и тебе положу. Ты заслужила. Напоминаю, тут хватит. Немножечко индюшки. Рассыпчатый, нежный, вкусный. Отличный плов. А лучок так поедим. Сразу хочу сказать, морковки можно было бы сделать побольше. Рис очень вкусный, очень замечательный рис. Ой. Товарищи, господа, не болейте, оставайтесь дома, соблюдайте все рекомендации. И тогда мы быстро выйдем из этого, ну, страшного кризиса.